Называется она «Вальс Его Величества» или «Размышления о том, как бить на троих». Не квасом земля полита, спросите во всех краях. Пол-литра, везде пол-литра, и стоит везде трояк. Поменьше, чуть побольше, копейки, какой рожон. А вот разделить по-божьи, тут точный расчет нужен. Один размечает тон, другой на глазок берет. И ежели кто без толка, всегда норовит вперед. Оплаченный процент, а процент отпит. И Вася, гуляй, беда. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним стоит всегда. Он, зная свою отметку, не пялит зазря лицо. И выпьет он под конфетку, а чаще под сукницу. Но выпьет зато со смаком и сдаст подходящий стон. И даже покажет знак, что выпьет со смаком он. И первым по затылку отвесит, шутя, пинка. А после он сдаст бутылку и примет еще пивка. И где-нибудь среди досок блаженный приляжет он, поскольку культурную доску включает здоровый сон. Он спит, а над ним кометы, немеркнущий звездный тир. Он спит, а его полпреды фарканят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, разносят его в газеты, где славу ему трубят. И громкую славу эту признали со всех сторон. Он все призовет к ответу, как только проснется. Куется ему награда, готовит харчи нарпит. Не трожьте его, не надо, пускай человек поспит.